Then it goes a little something like this. Короче, привет, друзья! Сегодняшнее мое видео я бы хотел посвятить тому, каким же образом правильно обслуживать фильтр картерных газов. То есть в интернете я поковырялся на, скажем так, на просторах форумов, да, БМВшных, и могу сказать, что это очень живой вопрос. Люди интересуются, кто не сталкивался с подобного рода расходником. Люди спрашивают, как часто их необходимо менять, какие ставить при этом фильтры, необходимо ли при замене фильтра менять сам маслоотделитель и так далее и тому подобное. Весь маслоотделитель вместе с фильтрующим элементом мною был заменен в прошлом году, ну где-то год назад, скажем так. Сегодня у нас февраль месяц 16 года, а я менял где-то, наверное, в марте или апреле 15 года. Я менял полностью в сборе весь этот, скажем так, элемент с фильтром внутри, поэтому, скажем, сегодня в рамках моего текущего обслуживания автомобиля, когда я меняю масло, иные фильтра, я произведу лишь, скажем так, ну, во-первых, я его вскрою, посмотрю, в каком состоянии фильтрующий элемент, расскажу вам, что при этом смотреть. Также я произведу его просто обычную чистку. Значит, первое, что я бы хотел сказать, что, потому что сразу некоторые из вас вот услышали обычную чистку, какую чистку, зачем чистить, есть же фильтр, пошел, купил, поменял и так далее. Ребят, первое, что нужно понимать в этом деле, это вообще назначение этого фильтра, назначение маслоотделителя. Чтобы вы понимали, да, то есть поршневая система, она не является какой-то там, грубо говоря, такой замкнутой, да, то есть без каких-то зазоров, без ничего. Поршень, работая, скажем так, вверх-вниз, между, скажем, кольцом и зеркалом, то бишь стенкой цилиндра, кольцом и стенкой внутренней поршня, скажем так, там есть, конечно же, микронный зазор. Когда идет рабочий ход, скажем так, самого поршня, то непременно часть газов, ввиду изношенности поршневой группы, часть газов просачивается, скажем так, в картер. Часть газов идет через выпуск на выхлопную, да, а часть проходит все-таки в картер. Эти картерные газы там в результате скапливаются, и их необходимо выводить. Так вот, в различных двигателях, в различных автомобилях процесс вывода этих газов, он как бы немножечко может отличаться. Вот. Что касается BMW E39, то я могу сказать такую вещь, что частично эти газы картерные попадают обратно на впуск. И сами, скажем так, картерные газы, они насыщены маслом. Для того, чтобы отделить масло от самой воздушной взвеси, да, от самого воздуха, да, от самих газов картерных, да, и придумали, как скажем так, инженеры, вот маслоотделитель. На самом деле маслоотделители давным-давно делаются на любого вида и бюджетная машина, то есть это как бы такая стандартная приблуда в автомобиле, да. С разницей лишь в том, что есть, ну, экземпляры необслуживаемые, да, вот у меня, помню, когда-то был Passat B3, там, ну, другие автомобили, то есть есть, грубо говоря, пластмассина, куда упираются вот эти вот картерные газы, там, встречаются там стенкой глухой или, например, там с цилиндром специальным, тоже там пластмассовым, да, который там вращается при этом и разбрасывает масло по стенкам, и оно уже стекает. Короче, есть разного типа устройства, да, но я могу сказать, что процесс фильтрации картерных газов, он так или иначе несовершенен. Просто важно понимать, да, что, скажем так, в той или иной мере очищенные газы, куда они дальше поступают. Значит, в BMW дело обстоит таким образом, что картерные газы частично идут сразу на турбину. И их важно очистить от масла. Почему? Потому что иначе ваша турбо будет засасывать, то есть воздух
картерные газы вместе с маслом, масло будет разбрызгиваться по внутренним стенкам самой турбины, это все дело пригорать будет, будет, скажем так, нарушаться вот баланс самой вот турбины, да, и она будет, короче говоря, изнашиваться, да. Вот, поэтому очистка картерных газов BMW является очень важным моментом. Для этого придуман, помимо самого маслоотделителя, в нем есть еще фильтрующий элемент. Сейчас мы с вами вместе вскроем, и я вам покажу на деле, что это такое. Значит, касательно периодичности замены и того, каким должен быть фильтр, который вы меняете в BMW. Значит, я вам рекомендую, вот вы меняете масло и фильтра, ну, кто как меняет, ну, в среднем, там, скажем, 8, может, 10 тысяч, как у кого, да, у меня это 8-6. То есть, грубо говоря, чтобы каждая третья замена масла у вас менялся и фильтрующий элемент. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Как правило, к пятой, там, шестой замене масла, то бишь, когда второй раз вам понадобится купить уже этот, у людей очень часто, я просто читал на форумах, также рвется мембрана самого маслоотделителя. Сейчас вам покажу, как проверить ее целостность. То есть, и тогда требуется замена всего маслоотделителя. Маслоотделитель уже идет в комплекте с фильтрующим элементом. То есть, грубо говоря, каждая третья замена масла, мой вам совет, меняете фильтр, фильтрующий элемент, да, каждая, скажем так, пятая, шестая замена масла, меняете целиком как бы маслоотделитель. Делать это так или не делать, вы уж смотрите сами, но я повторю, что от этого зависит здоровье вашей турбы. Теперь касательно чистки фильтрующего элемента. Как я уже сказал, покупать вот этот фильтр чаще, чем каждую третью замену масла, нет никакого смысла. Дело в том, что у него назначение несколько отличается от назначения там салонного фильтра, да, хотя казалось бы, да. То есть смысл каком? Какой? Вот вот все воздушные фильтры или даже вот топливные фильтры, там у них на самом деле очень сильно важна их пропускаемость, коэффициент пропускаемости, да, то есть там на самом деле волокна, будь то бумажные, будь то какие-то там, ну, из другого материала, то есть расстояние между волокнами порой измеряется на микронном уровне, да, и то, насколько забивается такой фильтр, от этого зависит уже, например, там, там образование топливной смеси или там другие какие-то моменты, да. Что касается фильтра картерных газов и фильтрующего элемента, у него на самом деле назначение гораздо проще. Это чисто, как вам сказать, прессованная вата. Ну, не цепляйтесь за слова, это может быть какой-то там типа ватин, не знаю я. Что-то такое искусственное, наподобие вот как воздушный фильтр. Сейчас вам покажу. Вот если взять воздушный фильтр, он у меня старый, да, вот эта вот штука сверху, вот что-то подобное, скажем так. Вряд ли это что-то натуральное, но это типа наподобие какой-то ваты прессованной, не знаю. И фильтрует он чисто механически, то бишь снизу давят картерные газы, там есть уже давление, да. Снаружи над самим фильтром через мембрану сосет, скажем так, турбо, то есть там образуется определенная разность давлений, ввиду которых как бы газы поступают внутрь, значит, самого фильтра, и через него высасываются уже чистые газы, скажем так, без масла высасываются, идут на турбу. То есть важно, чтобы в целом элемент был просто не разрушен, а сквозь него, невзирая на то, насколько он там, скажем, засорится, то есть уже как бы, ну, будет происходить сама очистка воздуха. Вот. Повторю, что назначение у этого фильтра не такое, как у масляного фильтра, который, по сути, фильтрует масло, да? То есть масло, которое проходит через фильтр картерных газов, оно не очищается. Задача, чтобы масло уперлось в фильтрующий элемент, стекло вниз в картер, а газы через фильтрующий элемент были высосаны и пошли в чистом виде на турбу. Только и всего. Поэтому важно удостовериться, чтобы он был, скажем, ну, целым.
Какие бывают у пацанов фильтры, в каком состоянии? Я постараюсь в этот момент где-то вот сюда, да, в уголочке, там, где-то в какой-то уголочке я постараюсь вставить фотографию, из интернета найду, выкачу, какие бывают приколы. То есть он бывает просто разрушен, порван, бывает такое, что он просто закоксован, там грязи полно, как бы, да. То есть ваша задача, когда вы меняете масло и другие фильтра, просто разобрать маслоотделитель, убедиться в том, что у вас фильтрующий элемент является, значит, не порванным, является целым, да, его целостность не нарушена, и его необходимо помыть, да, вы не ослышались, помыть просто, чтобы, так скажем, о внутренней полости маслоотделителя просто протереть тряпочкой. Сейчас я все покажу, как это делается на практике, не переключайтесь. Короче, вот он наш, скажем так, двигатель, вот он наш маслоотделитель. Как разобрать до сих пор, скажем, всю эту составляющую, вы увидите в видео по текущему обслуживанию BMW E39, там, где, скажем, меняю сами фильтра и масло. Ну, а моя задача в этом видео показать вам, как проникнуть внутрь маслоотделителя и произвести текущее обслуживание фильтрующего элемента. Итак, первым делом, что мы делаем. Первым делом снимаем провода, которые идут на форсунки. Для этого нам необходимо открутить три, ну, болта, скажем. Один, второй, третий. Головка здесь на 5 миллиметров. Теперь снимаем вот эти вот клипсики, штекера, как их тут не назови, вы поняли, о чем я. Те, которые подают напряжение на форсунке. Так, вот он в нашем магистрале. В сторонку ее отводим. Так, здесь лишний раз можно посмотреть, убедиться, что обратка у нас на форсунках сухая. Сейчас я что это все нигде не мокнет, не сочится. Почему? Потому что тогда нарушается сразу режим правильной работы форсунки соответствующей и так далее, что все сухо везде у основания. Так, все. Теперь откручиваем раз, два, три, четыре болта, которые удерживают маслоотделитель, крышку маслоотделителя, да, ну или сам он, в принципе, маслоотделитель. Потеряете вы их, не потеряете, можете не опасаться, они, в общем-то, будут держаться вместе с самим маслоотделителем. Значит, сразу скажу, когда вы будете покупать фильтрующий элемент, то с ним вместе будет идти прокладка под маслоотделитель. Здесь она идет такая по кругу. То есть прокладку обязательно также необходимо менять, когда вы меняете фильтрующий элемент. Нам это сегодня процедура вряд ли грозит, но я, конечно, сейчас мы вскроем и посмотрим, скажем, с вами. Все, теперь эта штука должна открыться нам. Раз, и вот так поворачиваем на себя. Вуаля. Так, вот обратите внимание, вот он наш фильтрующий элемент. Сейчас я возьму, посвечу. Значит, смотрите, совершенно обычное положение дел, каких-то сторонних здесь отложений нету, то есть обычные, скажем, капли
вот этого вот масла. Кстати говоря, обратите внимание, вот они сразу идут, две прокладки. Я оговорился, тогда не одна, а их две. Вот они, одна, вторая. Они у нас вытащились вместе с самим маслоотделителем. Сейчас нам их предстоит вернуть на родину. А именно вот сюда. Вот видите, канавки вот эти. Вот одна канавка по контуру, и вот вторая. Вот сюда их нам предстоит вернуть. Смотрите. Значит, видите... Вот сами полости маслоотделителя, вот они две, как они, две камеры маслоотделителя. Происходит что? Из одной идут газы, в другую их засасывают. Вот отсюда они идут, по-моему, да, а сюда их засасывают. При этом необходимо, чтобы масло обратно стекло в картер. Они у меня чистые, тряпочкой их можно освежить, но опять же повторюсь, масло чистое, не вижу никаких ни комков, ни всякой хрени. То есть хочется верить, что маслоотделитель справляется со своей задачей полностью. Так, ну что, пацаны, вот он наш, скажем так, маслоотделитель, да, вот он наш фильтрующий элемент. Ну, вы видите, да, что это, по сути, вот многослойная вата, вот это, то, о чем я говорил, да, она целостная, как бы без повреждений, здесь вопросов нет. А вот в этой части, во второй, вот видите, такая красноватая, там мембрана. Как ее проверить, нормальная ли она? Необходимо... Так, мы снимем сразу прокладки, вот эти. Где тут хвостик? Вот он. Значит, надо сделать следующее. Переворачиваете маслоотделитель. И вот здесь такая дырочка, видите, так называемый сапун. Надо в него подуть. Видите, то есть вы дуете, а там мембрана, в общем-то, она, не пропуская воздух, начинает играть, как не знаю, как шар какой-то, да? Значит, все. Прокладки вынимаем, прокладки надо почистить, протереть тряпочкой и вынимаем сам фильтрующий элемент. Сейчас вам покажу, и мы его промоем прямо при вас. Я сниму перчатки, мне их тупо жаль, еще впереди. Сегодня много чего предстоит сделать, а перчатки у меня одни. Значит, смотрите, это на случай, если вы купите другой фильтрующий элемент, и вам предстоит его замена. Вот. Вот эту вот штуку достаете, вот она, в сторонку. Или затем сам фильтрующий элемент. Вот так. Так. Дальше. Вон там у основания, видите, прокладка. Сейчас мы ее трогать не будем. Когда вы купите новый фильтрующий элемент, она будет идти также в комплекте. Поэтому ее на донышко просто опускаете. Вот так, чтобы она уперлась в донышко пальцем. Ну, расправляете ее, да? Затем все это дело протирается. Я еще не сказал, сколько стоит это добро. Значит, сам фильтр стоит $35-40 оригинал. Я вам советую покупать только оригинальные фильтра. Я, честно говоря, из моего опыта, они чаще всего и бывают только оригиналы. Я не знаю, кто-то их научился уже подделывать или нет, но, по крайней мере, вот я покупаю оригиналы, у меня проблем нет с их установкой, с качеством, и они выслуживают тот срок, про который я вам говорю. То есть, грубо говоря, каждая третья, четвертая замена у вас как бы нормальный фильтр, его менять не надо. А если у вас порвется мембранка, или вы просто решите поменять сам маслоотделитель целиком вместе с фильтром, то это вам обойдется уже порядка $80. Также оригинал. Так, маслоотделитель мы протерли. Прокладки. Они в масле. На то они и прокладки, чтобы быть в масле. Причем так интересно, то есть они с одной стороны лишь в масле. То есть где с газами просачивалось масло, там прокладка их, в общем-то, и удерживала. И они не шли наружу. Вот этот вот, не знаю, как его назвать, крепеж, удерживающий фильтрующий элемент в нужном положении. Его тоже вытираете. Так, и теперь фишка.
помоем сам фильтр. Вот кто-то из вас скажет, что хернёй мается, не хернёй мается. Это важно, от этого зависит здоровье турбо. Я вам даже более того скажу, я уже как бы из своего опыта, у меня, я даже научился делать немножко по-другому, то есть у меня получается таких фильтров уже, наверное, то есть я их меняю чаще, да, и они у меня, я их не выбрасываю. И получается как, то есть у меня вот, я один фильтр помыл и положил в коробку, он у меня, ну, нормальный, он просыхает, там растворитель выветривается, и он как бы сухой на момент установки. Вот я сейчас, грубо говоря, разобрал, я этот мою, ложу его в коробку. Ну, если бы я был, скажем, в своем гараже. А тот сухой, помытый, ранее достаю и вставляю. То есть у меня как бы такой, ну, постоянный, непрерывный процесс замены вот этих фильтров, да. Но они у меня всегда вот в таком состоянии, видите. По сути, это просто капельки масла, это ничего такого особенного. Для целей мытья всего, да, я бы посоветовал использовать... растворители более слабые, типа там нефрасы, да, или, например, бензин подойдет, или керосин подойдет. То есть что-то, что менее едкое, чем вот этот растворитель. Но у меня сейчас нет ничего другого, поэтому мою тем, что у меня есть растворитель, как бы тоже подойдет. И все, просто берем, смачиваем вот так. Оно все впитывается, видите, даже не вытекает. Вот оно впитывается. Вот оно впит. Смотрите, я лью, оно даже не вытекает. Видите, как оно... И вот сейчас только потекло. И затем, смотрите, это я сейчас... Вот фильтр как фильтр, да, смотрите, сейчас нажму на него, как губка. Видите, сколько всего течет с него? Вот, поэтому вот таким образом вымываешь, вымываете и ставите обратно. Сейчас я на секундочку отлучусь на улицу, да, помою его. Стряхну хорошо, то есть проветрю немножечко, чтобы испарился растворитель. И вставлю обратно уже как бы на камеру вместе с вами. Не переключайтесь. Все, парни, смотрите, я его промыл. То есть у меня чистенький ватин. 3 секунды времени, а турбе будет легко. Также вы вот поставите этот фильтрик, убедитесь, что у вас, скажем так, и выхлоп из выхлопной трубы будет немножко чище, да, то есть такой машине будет легче дышать. И все это в совокупности, вместе, когда вы меняете оставшиеся фильтра, да, и масло, и так далее, все это даст, ну, хороший прирост, не знаю, мощи. Хороший, это я имею в виду там 3-5%, которые обычно в жизни вы не замечаете, здесь машинка будет гораздо легче дышать, и как бы, ну, вы сами ощутите это как бы на своем примере. Значит, вставляем мы все это дело в обратном порядке. Вот смотрите, значит, убеждаемся, что вот эта прокладка у нас лежит на донышке. На нее сверху вставляем сам фильтр. Вот этой вот полой стороной, потому что вторая она не полая, да, а именно полой стороной. Причем я практикую так, что вот здесь есть шов, чтобы шел он как бы в внутренней части сюда. Не знаю почему, но я так делаю, потому что как бы с обратной стороны у нас будет зажим фильтра, поэтому я уже как бы так практикую, да. Все, вставляем, и сейчас и сильно нажимаем, то есть будет щелчок. Вот раз, все, он встал на место, да. Теперь берем вот эту проушину, крепеж, и вставляем сюда в паз, тем самым как бы зажимаем сам фильтр. Вот раз, до упора. Все, у вас, скажем так, можно считать, что маслоотделитель обслужен. Вот эти вот прокладки, которые мы с вами почистили и вставляем обратно туда в пазы, я вам показывал. Все это дело монтируется в обратном порядке, и ваша турбо говорит вам огромное спасибо. Ребят, если кто-то этого не знал, и для кого-то я сейчас открыл Америку, то ставьте класс, оставляйте свои комментарии. До новых встреч, пока!